4 февраля в Басманном суде Москвы смотрелось дело школьника Сергея Гордеева, устроившего стрельбу у себя в школе в Отрадном. В здание суда школьник пришел в черном пуховике. Это та самая куртка, в которой его задержали в школе. На голове у него была одета черная лыжная маска, чтобы нельзя было увидеть его лицо. Судья разрешил снять маску. После этого адвокат и прокурор выступили с просьбой вести дело в закрытом режиме, так как подсудимый несовершеннолетний. Судья удовлетворила это предложение, и журналистов, и всех посторонних вывели из зала суда. Потом, собственно говоря, долго достаточно шло рассмотрение, около часа, и в конце часа судья объявил приговор. Гордееву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу со сроком до 3 апреля 2004 года. Понятно, а почему родители не явились на суд? К сожалению, данную информацию рассказать не могу. У нас мама, если я не ошибаюсь, являлась его опекуном. Более информации никого попросить не могу. Анна, вы можете пояснить? Да, как он себя чувствует? Не могу вам сказать, потому что данное заседание у нас было закрыто, поэтому это тайное следствие, а его состояние здоровья также ничего вам пояснить не могу. Я как эмоционально себя чувствует? Напуган? Нет? Не могу ничего пояснить. Все, извините. До свидания. Все.